У входа в Георгиевский храм, что в парке Патриот, митрополит Ювеналий приветствует благочины Одинцовского церковного округа архимандрит Нестор, заместитель начальника главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков, почетный караул Преображенского полка. В течение чина великого освящения и последовавшей за ним божественной литургии митрополиту Ювеналию заслужили архимандрит Нестор, священство Одинцовского благочиния, пели хор Георгиевского собора и воспитанники хоровой школы при Гребневском храме, молились воспитанники Московского военного Суворовского училища, строители храма, военнослужащие железнодорожных войск, сотрудники парка «Патриот», благотворители и благоукрасители Георгиевской церкви. По окончании богослужения Алексей Цыганков поблагодарил владыку за молитвенную помощь и архипастырскую поддержку в деле строительства храма. Я надеюсь, что этот храм станет намоленным местом для всех тех, кто любит свою страну, любит ее историю. В памяти событий великого освящения Георгиевской церкви кадеты передали владыке Ювеналию подарок. Куклу суворовцы пригласили посетить свое училище. Оказалось, освящение Георгиевской церкви для владыки уникально. Для меня сегодняшний день останется на всю жизнь памятным. Скажу почему. Я уже несколько десятилетий совершаю свое служение церкви, но впервые за все это время я совершаю храм на месте, где трудятся, обучаются воины. Митрополит Ювеналий поблагодарил всех, кто приложил труды к возведению Георгиевской церкви и передал свое благословение министру обороны России. И, как видимый знак постоянной молитвы о нем и его трудах, передал икону святого Георгия Алексею Цыганкову с просьбой передать ее Сергею Шойгу. Также образ святого Георгия подарен воспитанникам Московского военного Суворовского училища. Медаль за труды и усердие третьей степени Московской епархии и аналойную храмовую икону святого Георгия владыка Ювеналий вручил настоятелю нового Георгиевского храма в парке Патриот и Никольского храма в селе Сидоровское священнику Игорю Нагайцеву. Митрополичья благословенная грамота преподана ведущему инженеру управления проектных работ УАО «БАМ «Стройпуть» Анастасии Кравченко. Владыка Ювеналий выразил уверенность, что в новом храме, украшенном ликами святых воинов и посвященному святому воину, не прекратится молитва за нынешних защитников России, а также и за упокоение душ тех, кто отдал жизни на поле брани за Отечество. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».